Здравствуйте, я Демёва Жазира, и я хотела бы ответить на обращение Рината Кибраева в том, как он говорит, он не сотрудничает с сотрудниками КНБ. Дело в том, что находясь в СИЗО, у меня был такой период, где более 3 недель меня не посещал адвокат. Я не имела связи с внешним миром никак. Именно в это время меня посещали через день сотрудники КНБ. Приходили они в сопровождении, или Ренат приходил в сопровождении сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, где он сам лично снимал меня на ролик, на видеообращение, где требовали с меня признательные показания. Находясь в СИЗО, я вела дневник, календарь. И здесь у меня написано, что 24 августа, также 28 августа меня лично посетил 2 раза в неурочное время. Один раз была суббота. Это был обеденный перерыв, когда СИЗО закрывается и не принимает посетителей вообще. Второй раз это была среда. Время было около 8 часов вечера. Также он пришел и требовали с меня, чтобы я рассказывала на камеру текст, который был приготовлен заранее для меня. Здесь были написаны вопрос журналиста и ответы Демёвы Жазиры. Говоря об этом, то, что Ренат Кибраев туда приходит в сопровождении сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, я больше чем уверена, что он сотрудничает с ними. И то, что он говорит, что он никогда не работал с ними, это неправда. Лично я видела его, он сам представился и задавал вопросы, говорил, что в моих текстах нет искренности, что он не верит по Станиславскому моим словам. И даже снимая один ролик, у нас уходило на это более 4 часов. Я измотанная была до предела, и меня возмущает то, что сейчас Ренат через свой канал утверждает, что он никогда не сотрудничал с сотрудниками органов. Я хотела бы предупредить тех людей, которые ему верят, которые, возможно, с ним общаются, что может оказаться так, что вы тоже окажетесь потом по ту сторону забора. Будьте внимательны. Но Ренат Кибраев посещал меня.